Однажды маленький синенький катерок проснулся в очень хорошем настроении и решил от радости погудеть. Ой, чего-то, по-моему, он забыл, как гудеть. Ой, как же нужно гудеть? Не помню. И в раздумьях маленький катерок поплыл по морю. В надежде, что, может быть, он встретит кого-то, кто объяснит ему, как гудеть. Тут, на горизонте, появился кораблик, маленькая лодочка. А в лодочке находился маленький щенок, он греб веслами. Катерок подплыл к лодочке и спросил: «О, привет, привет, щенок, ты не подскажешь мне, как правильно гудеть?» «О, я ведь щенок, хоть и в лодочке, я умею только лаять, уф, 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 ну, или в лучшем случае выть, когда мне грустно». О, твой вой немножко напоминает гудок. Но как правильно гудеть, я так и не понял. Щенок поплыл в одну сторону, катерок в другую, в надежде, что, может быть, еще встретят кого-то. Тут катерок плыл-плыл и вдруг услышал: «Бэ, бэ, бэ». Это блеял маленький барашек, он стоял на островке. «Бэ, помогите мне!» Катерок подплыл к островку и спросил: «О, как ты сюда попал?» «Я решил искупаться, но я не умею плавать. Помоги мне вернуться, пожалуйста, вернуться на берег». «О, нельзя купаться, если ты не умеешь плавать. Скорее садись ко мне, я тебя довезу до берега». Ягненок прыгнул на катерок, и катерок поплыл к берегу. Катерок весело и очень быстро добрался до берега и довез своего нового друга-барашка. Потом он медленно опустил на дно якорь, чтобы волны его не унесли в море. Радостный барашек прыгнул на берег, поблагодарил катерок. «Спасибо тебе!» И убежал. «Барашек, стой! Я ж тебя не спросил! Ты умеешь гудеть?» «Нет, я умею только блеять!» Но катерок увидел на берегу мышонка с гитарой. Может быть, он подскажет, как гудеть? «Ой! Привет, мышонок! Может быть, ты мне подскажешь, как правильно гудеть?» «Пи-пи, привет, катерок! Хе-хе, я не умею гудеть! Я умею петь!» «Какой чудесный день! Какой чудесный пень! Какой чудесный я! И песенка моя! Ля-ля-ля!» «О, интересно, петь – это не гудеть! А мне нужно научиться именно гудеть! Что же мне делать?» И тут, рядом, на берегу, он увидел мальчика с дудочкой. «Это не дудочка, Громотей! Хе, это труба! Смотри, как она играет!» «Ну да, конечно, это труба! Ду-ду-ду!» – играл мальчик. «Ух ты! По-моему, я слышу очень знакомые звуки! Хе, наверное, именно так и надо гудеть!» «Ой, да, точно! Звук трубы очень напоминает звук гудения парохода!» И катерок вдруг загудел. «Ой!» И он еще раз загудел. «Спасибо тебе, мальчик! Ты научил меня гудеть снова! А то я забыл, как правильно гудеть!» «Не за что! Как здорово у нас получается вдвоем!» «Действительно! Здорово!» А потом мальчик решил поиграть с катерком. Он прыгнул в море и поплыл рядом с маленьким корабликом. «И давай прыгай сюда!» «Оу! Какое сегодня теплое море! Главное, не подплывай к моим винтам, они опасные!» «Поплыли на перегонки?» «Поплыли!» «Ух ты! Как здорово! Даже катерок научился гудеть. Пока, ребята! И море сегодня какое прекрасное! Как туда не залезть?» «И я решил залезть!» «Пока! Еще увидимся!»